станция Нагатинская. Наземный вход на станцию Верхней Карты Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Нижние Котлы. This is Nagatinskaya. Change here for Verkhnye Kotly Station of Moscow Central Circle. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Подъехали к станции Нагатинская, со стороны станции Нагорная. Наш поезд отправляется далее в сторону центра. Станция Нагатинская – это одна из первых станций Серпуховско-Тимирязевской линии. Открыта в 83 году в составе участка Серпуховской до Южной. По противоположному пути поезд поехал в сторону станции Дмитрия Донского. Бульвар Дмитрия Донского. Вот станции в направлении Алтуфьево. Со станции Нагатинской можно пересесть на железнодорожную платформу Нижние Котлы по Вилецкого направления, а также на Московское центральное кольцо, станцию Верхние Котлы. Вот как раз выход сюда будет. Это северный выход. Но до станции МЦК отсюда метров, наверное, так 800 будет. На Павелецком направлении даже построили отдельную платформу для нее. Кстати, платформу Нижние Котлы также собираются переименовать Нагатинскую вроде бы как, то есть согласно станции метро. Здесь два района. Район Нагорный и Нагатино-Садовники. Нагатино-Садовники будет ближе к станции метро Коломенская. А район Нагорный вдоль Варшавского шоссе. Так, вот сюда мы выходим к южному выходу. К железнодорожной платформе Нижние Котлы. Смотрим, как отправится поезд в сторону Нагорной. Будем двигаться к выходу.
пойдем вот в этот выход. Четная сторона Варшавского шоссе. Оп. Вести еще тут. Стараться. Четная сторона Варшавского шоссе. Ну, оно тут отсюда чуть в стороне, вот там вот проходит. А здесь уж вход на платформу Нижние Котлы.